Как заявил Мутко, для страны крайне важно, что чемпионат пройдет в Сочи, и государство сделает все необходимое. Россия получила право провести в 2017 году в Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону на конгрессе, который проходил в польской Гдыне в июне 2013 года. Голосование проходило в два этапа. По правилам Международной Федерации, чтобы выиграть на первом этапе, нужно набрать большинство голосов, в данном случае 20. Но ни одна заявка не смогла набрать необходимого количества голосов. В связи с этим был проведен второй этап голосования, где остались лишь два кандидата – Россия и Германия. Сочи в итоге получил 22 голоса, Альтенберг – 18. Планируется, что в следующем сезоне в Сочи перед взрослым чемпионатом мира состоится и юниорское первенство мира. Соревнования пройдут на санобобслейной трассе «Санки».